Суббота. Собираемся на пикник с дочерью. Сделала чай в термосе. Уже заварила прям. Хлеб вчера Иночка испекла. Яйца, что вчера варила. И осталось. Так, это к чаю. Печеньки, конфетки. Два яблочка, груши и банан. Здесь овощи сделала. Помидоры, огурчики, цветная капуста. Так, здесь мясо, что осталось с барбекю. Тарелки, салфетки, приборы, полотенце, чтобы постелить на колени, вода холодная и сумка-холодильник. Так, надо лед укласть. Специальные пластиночки охлаждаются и можно класть в сумку-холодильник, тогда остается холодное все. Мы поедем на природу, ботанический сад. Приехали в Green Bay. Mason Street. А мы тут были? Конечно, были. Вау! Нарциссы белые, нарциссы желтые. Красота какая! Птицы поют, цветы цветут. Ну, как пройдем? Я так жил. Это сад хвойников с нарциссами. Какая красота! Ну, моя куколка идет. Вон красный кардинал. Вон видишь на веточке красный кардинал. Да, прыгает, да. На березке. Мы тут с папой перегонялки играли. Ага. Ты моя красотулечка. Иди, иди, иди. Иди, Тасюля. Ой, как поет красный кардинал. Ага. Цветет там? Ой. Смотри, какая красота. Хвойники необыкновенные. Это все хвойники, все разные. Смотри, елочки голубые. Вот какие нарциссы. И все разные. Какие необыкновенные. Хвойники интересные. Все разные. Идем к магнолии. А кардинал заливается красным. Красная птичка. Ты пожарно опасна. Везде огромное количество нарциссов. А какие-то маленькие. Малюсенькие. Белая. Необыкновенная невеста. Уже отцветает. Ранее. Это розовая. Пришли полюбоваться на магнолию. Сад магнолия.
Ой, нежный-нежный, как яблочный аромат. Как яблочки, когда цветут яблони. Белый болив хочу. Хочешь? Будет скоро. Белый болив? Да. Уже цветут яблоньки. Магнолия разве яблони? Нет. Поклонение. Поклонение. А вот то розовое, наверное, было, да? Поляна, не оценка. А не запах. Обалденный. Розовый. Че, белый? А это бадьян. Почему он так рано цветет? Вот, а это еще вот-вот. Надо приезжать еще через 2 недели. Бутоны, они бархатные. Бархатные. Бутончики. Закрытые еще. И куколки. В цветущем саду. Как в Японии. Не любование сакуры, а любование цветущей магнолии. Одна моя пожароопасная розовое чудо. Мои куколки. Привет! Мам, сфоткай. А это будет красное, но еще не расцвело. А это уже отцветает. Магнолия. Сорви, сорви один. Нюхай. Такой павильон. Здесь проходят концерты, мероприятия. И там сад. Магнолий. Прекрасный. Идем дальше. Не пейте с русскими. И не пьяные. Все перевернут. Ну куда ты? Ты на горку завернула. Надо с горки. И бордовые, и желтенькие. И какая-то ваза. И что это, Инночка? Time of war and a time of peace to everything. There is a season and a time for every purpose. Морозник где-то нашли. Так мечтала его завести. О, какой скромненький. Снежный. Цветочки как снежинки. А это пинья. Это японская сосна. Вон какие шишки. Красивые.
как красиво, смотри, лепесток цветочек. Ой, аромат какой, белый гиацинт. Розовый гиацинт. Очень здорово, что нету такого резкого запаха. Что такое? Он очень... И тюльпанчики здесь. Красивые. Какой раскрытый. Нарциссы у ручья. Ой, ручей. Оттуда течет, да? И поляна. Ой, как красиво. Ну, жираф какой металлический. Ну, огромные такие кусты прям по колено. Мне по колено. Мне по колено. О, просто кипение. А там остатки разрушенного замка. А запах какой. Скамеечка. Бабочки. Ой, посижу. Поокаю. Еще одна. Гордый, господи, мы были. Готовы к морю нарцисса? Вау! Это море. Это море цветущих нарциссов. Это море, как море, это кипение нарцисса. Это море, кипящее, кипящее море. Замок разрушенный. Зверей. И еще какие-то, не знаю, что это за розовые цветочки. Надо смотреть. Какие нарциссы. Что бы я так жила? Голову, гиацинты. Затерялись. И будет цвести прекрасные магнолия. Щеньяки через две. Не зря, не поздно. Но это еще не все. Там еще целое поле. Еще магнолия. Аромат жасмина. Нарциссы. И белый мышиный гиацинт. Арки красивые. Здесь свадьбу можно проводить в ботаническом саду. Торжество. Да, 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 гиацинт какой-то красивый. Белый. Ой, красный. Магнолия. Летом ее незаметно. Листья все широкие. Ой, пчелки летают. Хороший день. А вот рябчики. Это рябчики. Лилии уже. Это тоже рябчики выходят. Да, это королевский рябчик. Синий цветет. Чуть-чуть. Тут жить надо, чтобы все заметить, как цветет. Вот. Yeah.
лужайка. Ротонда. Скульптура. А я прям пошла по травке. Травка зеленая, солнышко блестит. И весна. Вот, рябчик уже расцвел. Сейчас я подойду. Синьора слушает скрипичный концерт. Вот она, рябчик зацвет. Девчонки все магнолии, какая-то металлическая. Что тут, имена какие-то? Тут кто спонсирует? Красота какая! Ой, какие классные! Там тоже есть маленькие солнышки. О, смотрите, какие цветочки красивые. Инна, как хризантемы. Смотри, как астрочки, да? Хризантемы. Ромашки или как. А вон их сколько много. А это как мы летом были. У меня есть видео. Английский коттедж. Это ветряк. Из тонкого металла. Какая красивая проход, арка. Все магнолии. Гиацин... Ой, тюльпан. Гиацинты уже вышли за территорию ботанического сада. Нет. Да? Какой-то на мелкий. А вот, ух ты! Смотри, машинный гиацинт белый. И прекрасные магнолии. Аромат жасмина. Очень вкусно. Готовы к морю нарциссов? Вау! Это море. Это море цветущих нарциссов. Это море. Это море, это кипение нарциссов. Кипящее, кипящее море. И на замок разрушили. Пестрее. И еще какие-то, не знаю, что это за цветочки. Смотрите, какие нарциссы. Что бы я так жила? Будет цвести прекрасная магнолия. Еще недельки через две. Не сранее, позднее. Но это еще не все. Там еще целое поле.